окном у нас снег, холодно. Ну, в душе у нас уже у всех весна. И именно с этим чувством, с чувством весны, у нас всегда ассоциируется наш первый весенний праздник. Это праздник Международный женский день. И мы уже не помним, как, хотя история связана возникновение этого праздника с борьбой женщин за свои права, да, но мы, у нас, у россиян, это всегда связано с совершенно другими чувствами. Мы поздравляем в этот день прекрасную половину нашего человечества, самых красивых, самых заботливых, самых мудрых, самых нежных, хотя женщины у нас бывают и сильными. Вот. Но особое, конечно, слово хочется сказать про мам и про бабушек. У нас у всех есть мамы, бабушки. Именно они о нас заботятся, о всех. Именно они тратят свое время на своих детей, на своих мужей. Именно им мы обязаны тем терпением, тем чувством любви, заботы, нежности. Поэтому я хочу сказать особое спасибо всем мамам, всем бабушкам. И вам всегда большого здоровья, крепкого. Ну, а ваши дети будут стараться, чтобы вас не расстраивали. Я поздравляю вас всех с этим прекрасным весенним праздником. Вот. Мужчины, я думаю, ко мне присоединяются. Спасибо вам, любимые наши женщины, за всю вашу тепло и любовь, которую вы дарите всем окружающим. С праздником!
сквозь предутренние сны. Звуки тают беспечальные, эх, мелодия светла. Монолки падают брутально и стекают со стекла. Это сотни капель вместе заиграли, как цвет. Март веселый капельмейстер лепетирует капель. А в Японии начинается весна с прекрасного цветения сакуры. Это зрелище поистине прекрасно. Дорогие мам, для вас выступают девочки первого класса «Танец в японском стиле». Thank you.
тоже. Кто кого ведет мамочка, кто кого в игрушки тащит. Мы живем семьей прочно, дружим дружбой настоящей, говорит нам мама с папой. Вместе вы с утра до ночи, что... Только спать ложитесь рано, что-то бабушке не хочется мерить лужи и песок считать грязным. В остальном мы очень дружим, несмотря на возраст разный. Следующий номер посвящается лучшим бабушкам Санкт-Петербурга. Для вас выступит хор «Школы праздник плюс». Песенки поет наша бабушка. Я скажу спасибо ей.
Родительница, и в женский праздник мы счастливы поздравить вас. Нелегкий шумный педагог, и так меня заживает, чтоб было светлое дорога, чтобы не только счастье знать. Вы идеалом стали дивным для своих учеников. Всегда останетесь красивым и достойны самых теплых слов. Подарок для вас номер в исполнении 4 класса. Пугаю.
в окно, а снежинки никак не хотят улетать. Дорогие гости, для вас прощальная песня снежинок. Шматенко Глеба и Мишина Елена.
Подарки маме дарим, мы все сердце отдаем. Здоровья, радости желаем и песни лучшие поем. Дорогие мамы, бабушки, учителя, для вас лучшая песня. Мы хотим, чтобы в вашей жизни было все только на 5. Дари, да, дари, эй!